дорогой Раф. А что это за такой пакет воздействия на человека, который является днем недели? И что тут суббота такая вот в этом пакете? Суббота — это конец развития сверху вниз, и она целиком концентрируется в шестом дне, а потом переходит на седьмой день, который называется суббота, шаббат. И это пакет такой, который нижний может получить как результат всех своих усилий в течение шести дней работы. И в шести днях он концентрирует все свои силы, в шесть дней соединяет их. И тогда на седьмой день он получает результат их. Вот и все. Но ведь это же не просто я проживаю, да, какие-то состояния. Я же как-то активно не прохожу. Да, да, конечно. Мы особым образом производим действия, чтобы соединиться с Творцом в первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, тогда на седьмой. Это суббота, и будет прекратил работать и отдыхал. И мы тогда можем соединиться с Творцом всем сердцем и душой, прийти к общему слиянию. Это содержание субботы. Это суть всего творения. Все творение приходит к единству, к объединению с Творцом. И поэтому суббота настолько свята, настолько важна. Не то, что один день есть в этом особое, а состояние, когда приходит к объединению, к слиянию, к единству. Это особенность. И так творение приходит к уровню Творца. Поэтому это называется день любви, день итог всех усилий, всех исправлений. Так, а что значит, что мы, ну вот, приложили правильное усилие и хорошо поработали, чтобы рассчитывать на то, что вот придет суббота и принесет нам этот свет Творца? Если мы работаем правильно в течение всех шести дней работы, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, то мы приходим к слиянию, которое называется суббота. Ну, вот и все. Ну что, что такое правильно работаем? Правильная работа, что нахнум в метро цим лагиали. Мы действительно хотим прийти к объединению, к слиянию, к соответствию Творцу. Я возлюбленному моему, возлюбленный мне. Что я учусь у него в течение шести дней, в каких формах я могу уподобиться ему, слиться с ним. И тогда на седьмой день я прихожу к этому. Я готовлю себя к этому состоянию, хотя я не постигаю его, но на седьмой день я тогда получаю особый свет свыше, и тогда, благодаря ему, я становлюсь слитым с Творцом. Сейчас он расскажет нам об этом еще. И не то, что мы приходим к этому сами, а тот погонщик ослов, особая сила, приводит нас к этому.